Жители дома на улице Зайцева борются за парадный вход. Отгороженная в 90-е годы часть подъезда долгое время служила помещением для магазина, а опустев, простаивает без присмотра более 5 лет. Жители 3-го подъезда дома номер 22 от полиции отнюдь не скрываются. Тем не менее, в свои квартиры попадают исключительно через черный ход. Парадный отгорожен от лестницы глухой кирпичной стеной и тяжелой металлической дверью. Администрация района в свое время сдала это помещение, то есть парадную, под магазин выходцам из Средней Азии. По пожарным нормам это противозаконно, то есть этой двери тут вообще по природе не должно быть. В мире по ту сторону закона, тем не менее, царит полная безмятежность. Отсутствие ежедневного людского потока хорошо отразилось на состоянии помещения. Стены без надписи, потолок без следов от сжженных спичек, вот только электрощитовая тоже находится здесь, и доступ к ней может получить любой желающий. После того, как магазин отсюда съехал, помещение пустовало более 5 лет, притом вход часто был открыт. Место могли использовать террористы для закладки бомбы, считают жители. Впрочем, не исключают такой возможности и сейчас. Вход охраняет всего-навсего символический замок. За решением проблемы председатель совета дома обращался в управляющую компанию, жилинспекцию и к сотрудникам администрации. Проблему устранили в кратчайший срок, еще в 2011 году, правда, всего лишь на бумаге. Администрация Кировского района сообщает, что работы по демонтажу металлических стеллажей и кирпичной кладки в помещении парадного входа лестничной клетки номер 3 выполнены. Произведены работы по установке двери в помещении электрощитовой. На деле же управляющая компания только меняет замки. Неизвестные лица постоянно взламывают двери и проникают внутрь. Последний случай произошел совсем недавно. Помещение было открыто на протяжении 2 недель вплоть до 8 декабря. Чем таинственные гости занимаются внутри, неизвестно. Правда, люди рады хотя бы тому, что пришельцы не играют в электромонтеров.